смял как консервную банку. В Барнауле произошло ДТП с участием легковушки и электротранспорта. На кадрах видно, что «Тойота» оказалась зажата между трамваем и столбом. ДТП произошло в обед на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. Чтобы извлечь машину, понадобилась помощь сотрудников МЧС. Как нам сообщили в ГИБДД города Барнаула, пострадавших в аварии нет. Водители автомобиля и трамвая пожелали самостоятельно разобраться на месте происшествия, не обращаясь к ГИБДД.